Короче, у нас ЧП, время 3:30 утра. Значит, днем поднялась температура, начало рвать. Ночью до такой степени поднялась рвота, она аж задыхаться начала. В общем, вызвали скорую. Скорую вот увезла сейчас. Ее, не знаю, ну, сказали предварительно, вроде как ацетон поднялся, интоксикация, не знаю, в чем дело. Вот. Надюха уехала с ней. Мы только сейчас вот прям отъехали. Не знаю, сейчас приедет, позвонит. Поеду, там что скажет. Вообще, конечно, кошмар. Ни с того, ни с сего раз, знаете вам. Это вообще ужас был. Ой, скорую звоню, она меня там спрашивает. Где? Кто? Сколько лет? Я говорю, ребенок задыхается, что делать мне? Скажите, куда ее, как положить вверх, в бок, стоя, сидя? Я не знаю, я не врач. Да ты что, говорю, творишь-то? Это вообще меня аж затрясло, я чуть не заматерился там. Это кошмар какой-то. Я не врач. Да ты мне помоги, ребенок умирает. Говорю, сейчас соединю со скорой. Кое-как соединили. Хоть скорая подсказала, сразу ей легче стало. На бок ее положить сказали. Все, ее на бок повернули сразу. Вроде сам задышала нормально. Ну, конечно, на удивление, скорая быстро приехала. Минут 15 прямо уже были у меня. Ну, опять, если... Ну, не знаю, я прям вообще в недоразумении, конечно, случившемся. Не знаю, что там дальше будет. Так, ну чё, в общем, Настю положили, забрали, в реанимации лежит. С утра еще ничего не ясно было, в сознание она не пришла. Капельницы и капельницы там. Надюху назад скорая привезла, они обратно ехали сюда, и ее как бы забрали, мне за ней ехать не пришлось. Позже мы позвонили врачу. Ну и сами как бы даже не звонили, сами поехали. Я говорю, поехали туда, там уже, говорю, вещи бери, что там как. Потому что ребенка раздетого увезли в одной майке и в одеялке. Вот, я говорю, если там пришла в себя, то вещи как бы передадим. Если не пришла в себя, ну не передадим вещи. Вот. По дороге позвонили, еще уточнили, что нужно купить. Что там памперсы, пеленки сказали купить. Вот мы заехали в аптеку, купили. Настя поговорила с врачом. Ну, они пока даже и сами не знают, что случилось. Что набрали кучу анализов. Ждут результаты. Потом позже в обед еще звонили. Уже мы сегодня записаны к зубному. К зубному тоже там очереди по 2-3 недели. То есть Рому к зубному. То есть Анапы полетели к зубному. Звонили еще туда по Насте. Сказали, вроде как пришла в себя. Сейчас там, ну, разговариваем с ней. Что-то вроде вот так вот. Лучше стало, но пока еще по анализам не знают, то есть мы конечный результат еще пока не знаем, что случилось, что произошло вообще такое. Ну, как они сказали, очень сильное обезвоживание организма. А там не знаю, ждем, что будет дальше. Конечно, это ужасная картина, перед глазами стоит и не уходит. Так я, можно сказать, путем и не спал, просто лежал, все это в глазах стоит. Я как в комнату зашел, увидел, как она на полу лежит, Надюхи на руках. Это просто страшная картина, вся хрипит, задыхается.
знаю, перед глазами прям все это так стоит, картина не уходит. Это вообще очень страшно. Ну все, в общем, съездили сейчас в Анапу. К Насте еще. Слава богу, все нормально, все, она отошла, пришла в себя. Уже даже ее из реанимации перевели в палату в обычную. Все, передали ей телефон. Теперь она хоть на связи. Все, одежду, водички. Слава богу, все обошлось. Как врачи говорят, просто было обезвоживание организма из-за того, что ее рвало очень долго. Поэтому с этим не нужно затягивать, нужно раньше вызывать скорую. Ну, как бы уже было такое, не первый раз это, не думаешь, что до такого может довести. Ну, вот так вот. Да, всем пока. Пока.